Даже прицел, ну да, заряд 6. Почему перестала общаться? Я не перестала ни с кем общаться. Киска, у меня любимое блюдо. У тебя? Да. Чипсы. Чипсы, говорит. Привет, 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 привет. Когда свадьба? Когда документы придут? Они все идут, мы уже 2 месяца ждем. Настюха, ты готовишь завтраки? Да, иногда да. Серьезно? Я думала, сейчас он как скажет, как я готовлю. Иногда готовлю, но, слава богу, Макс меня не заставляет куховарить возле плиты. У него, конечно, иногда проскакивает. Ты женщина, ты хозяйка. Ты обязана. Ты обязана. Вот это да. Ну, а потом это все закрывается. Опять. Сначала на проекте орала то, что я тебе не жена, чтобы это все делать. Теперь уже невеста, но все равно нельзя. Ну вот как стану женой, буду сразу борщи пикать. Спорим, первый день, когда мы поженимся. Окно открой, слова быстрее вылетят. Отвечаю, борщ будет у тебя украинский. Украинский борщ это вот. Раньше были подписаны друг на друга, а сейчас нет. Кто с кем? Куда вы хотите? Мы планируем, на самом деле, очень много планов у нас было, но у нас пока почему-то все через жопу, то Турцию закрыли, то еще что-то, вот. Поэтому мы уже ничего не загадываем, то машину мы брали, еще что-то, и все пошло по жопе. Сейчас мы, скорее всего, нас вчера обрадовали, что от нас съезжают, поэтому нам нужно думать, что это будет с квартирой. Почему мы перестали общаться со всеми? Потому что люди, ну, у них ценности совсем другие. Я бы сказал, таких зверей. Так. Половина просто кидает Настю на бабки, половина предают там по своим причинам, я не знаю по каким. Вот. Ты вроде людям даришь хороший подарок на день рождения за 10 тысяч, а он тебе духи садовода. За 3 тысячи рублей. Спасибо. Ну, поэтому больше времени я провожу с Максом, наверное. О, люди задели. Вот я с вами абсолютно согласна. Да, я скажу. Ну, разговаривай. А как фильтр убрать, чтобы у меня не было фильтра? Вот, убери. Конец. Просто, ребят, вопросы идут про проект. На самом деле за периметром то же самое. Идет проект, только он без камер. И люди здесь творят. Так вот, по поводу проекта. За периметром все бывшие участники между собой. Проект продолжается, но правда и без камер, понимаете? Вот. И люди здесь творят гораздо хуже вещи, скажем так, чем под камерами, поэтому лучше без комментариев. Я считаю то, что мы с Настей нормальные люди, мы не заслужили такого отношения к себе похабного, поэтому мы не будем больше, скажем так, делать в этой тусовке всей общей. Пусть они там что хотят делают, на бабки друг другу кидают, там предают, там, короче, все что угодно. Желаем им удачи, у нас своя жизнь, вот. Все. И мы берем квартиру в кредит. На мою же. Держись, Максим, и берегите друг друга. Ну, мы тоже между собой ссоримся, как и люди обычные. Уля-ля. Смешно просто над теми людьми, которые в 30 лет дают комментарии: ой, чтобы пойти на проект, нужно быть нищим, чтобы, ну, не знаю, каким нужно быть последним человеком, неудавшимся в жизни, а потом через месяц идут на проект. Ой, вы купили... Самое ржачное, комментарий, да, я дам. Настолько
не варит у людей голова, что чем-то можно заниматься. Сейчас просто такое время, то, что деньги можно делать из ниоткуда просто. Интернет, улица, все что угодно, какие-то свои проекты. В 40 лет люди идут на проект. Честно, я понимаю, если молодой бы пацан пришел, там, вот Макс... Как ты. Как, ну, как я, да, там, Макс Моргенштерн, да, допустим. Это у них, что, ну, у нас уже... Мужские поступки, в отличие от некоторых. Вот. Все, красавчик. Круто, да, сказал по факту? Вообще, просто закрутила так, я офигела. Ребят, я видела, девочка написала, что купила мой гайд. Мне безумно приятно, что вы купили мой гайд. Честно, туда очень вложено много сил, усилий, всего. Я старалась. Там написано все книжки, которые я читала. Там написаны диеты, которые были испробованы на мне, которые реально помогают. Поэтому... Вот, но я тоже достаточно много туда всего вложила, поэтому дай бог, чтобы он вам помог. Спасибо. Нет, просто то, что касается Дом 2, просто... Что вы так круг огромный сделали, блядь? Пробка есть. Где? Там, наверное, да? Ой, более 100 продаж на самом деле. Я считаю, ну, это для меня тоже маленькая победа, что все-таки 100 человек. Представляете, сколько 100 человек? Вот. Что за гайд? Я продаю гайд про похудение. Почему продаю? Потому что все-таки достаточно много времени мне потребовало, чтобы его создать. Сил. Плюс меня кинули на бабки менеджер мой бывший Леонид. Вот. Поэтому он не возвращает мне еще половину, 35 тысяч. Поэтому вот такие вот дела. Где можно купить и как? Вы можете купить на сторис, там ссылочка у меня есть, если посмотрите мои истории, там я оставляю ссылки. Вот, подробно все описывается. Вот, всего лишь цена 499 рублей, там с рецептами, с тренировками прописанными, вот. Спасибо. Мне нужен нормальный чехол на телефон, потому что у меня уже эти трещины жесткие. Настя, сколько будет гайд продаваться? Еще 5 дней. То есть, я думаю, до понедельника. И потом закроются продажи, я не буду. Дом 2 возвращаться, потому что у нас очень много планов. У нас очень все хорошо. И я хочу сказать, более того, больше я планов, по крайней мере, не буду говорить, потому что вот то сорвалась у нас сделка с машиной, то сорвался перелет в Турцию, поэтому вот как только у нас все будет хорошо, мы там либо возьмем уже машину, либо там поменяем квартиру, то есть мы все вам покажем уже в этот момент, потому что, к сожалению... уважать его выбор, значит, ему тот на момент так хотелось. Я тоже встречалась неудачно, и что? И как бы он принимает это, и мы нормально на эту тему говорим. Естественно, у всех есть кто-то был, кто-то с кем-то спал, встречался, жил, и еще что-то.
было бы с кем говорить, что сравнивать, ну, к сожалению, так получилось, что почему-то вот такой тянется шлейф такой непонятный. Ну, да, мы едем, с Яной, конечно, мы... А куда ты вызвал Кис? А почему мы едем так постоянно? Мы огромный круг даем, сейчас надо было просто туда повернуть вызвал? Туда, прямо и все. Да. Это я. У нас есть наши дела, которые как бы... Мы с Яной всегда общались, просто мы это не афишировали, вам больше такое скажу. Мы просто такой круг огромный дали вообще жизнь. Да. Почему ты постоянно снимаешь свое тело? Некрасиво. Не смотрите, отпишитесь. Да, мы... Как правильное ведение Инстаграма, контента, что людям заходит, что людей оставляет на твоей странице, сторис, которая первая цепляющая. К сожалению или к счастью, больше всего реакцию вызывает, когда ты вот показываешь свою фигуру, люди видят, что ты не настолько идеальна, а я еще показываю неправильные свои ракурсы, я показываю, где свои недостатки, где... Вот, единственный действующий способ, который на мне работает, когда Максим уходит, и тогда я начинаю в себя приходить. Когда Максим забирает вещи, Настя, оп, и все. Кися, извини, пожалуйста, я больше так не буду. Вот. Если вы думали, что мы не ругаемся, мы ругаемся, тоже у нас бывают ситуации, просто я не захожу сразу в Инстаграм и не говорю, господи, мы с Максимом. Что делать? Смотрела «Сердце отрёстов» и класс. Да, очень мечтаю вернуться на Дом 2, но мне ничего есть. О, колбасы бы пожрать докторская. Когда Ребят, зайдите, пожалуйста, в сторис. Вся информация в гайде уже там, и гайд уже запущен. Можно его купить прямо сейчас. Еще 5 дней мы будем его продавать. Вот. И потом закрою продажи, потому что... Я не собираюсь вечно продавать гайд, каждый день ему свалить эту тему, потому что достаточно много информации, которую я могу преподносить. Это не он. А? Он на другой стороне. Подошел. А, с другой стороны. Доширак бери. Ой, доширак. Это широк, да, это еще. А осторожно там, где это? Спасибо. Так, показывает больше про вход. Лучше подруги, я всегда мечтала иметь деградирующих людей в своем окружении.
и со псих-отклонениями даунскими.